Куда побежал? О, нет! Антоха, санструйки! Спасибо тебе большое, люблю тебя, как старшего брата. Бегу. Вон, смотри. Душить, душить именно, душить. Снайпера, прыгаю, санструйки, Антоха, работаем. Mission complete. Как же легко. Да пофиг мне. Ну, есть. Да, все, good. Ну нифига, друзья, всем здорово. Сегодня мы сделали с Антохой для вас Легиона, который просто через комбинацию Инвокер и, конечно же, Санстрайкович показал, как надо собирать дуэльки 1500 дэмэджа. Прямо здесь, прямо сейчас. Ребят, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк, если вам нравится подобный контент. И смотрите, конечно же, фишки, гайды и механики игр на моем канале. Всем приятного просмотра. Давай. Поехали. Так, сегодня заезжаем мы с Антохой. Антоха берет у нас инвокера, я беру у нас Легиона и делаем миллион дэмэджа. Хорошее начало видоса, да? Все, поехали. Беру Легиона. Ребят, очень тяжелый герой Легион. Не советую новичкам брать, потому что всего одна кнопка. Боже. Мне кажется, я иногда деградирую. А тебе не кажется, что ты деградируешь? Нет, мне не кажется. Я уверен. Я деградирую, я уверен. О, Дравин Снипер 0.28. Чё хахакаешь меня? Humanity is imperil. Итак, ребят, что ж. Антоний сегодня у нас в настроении, поэтому мы решили сделать видосик один. А что если? Что если? Легион будет с 1000 урона с дуэли. Да, это миллион минут будет игра, но, надеюсь, все получится. Мы пушить не будем, мы будем просто овнэч. Соберем октарины, прочую другую тему. Просто и инвокер нам чем поможет? Инвокер, во-первых, это метовый персонаж, который сможет вытянуть лейт-гейм. В случае, если игра настолько затянется, что пацаны камбэкнут, что будет бобо. И он нам будет еще помогать. Будет стилить, так сказать, санстрайками под нашу дуэльку. За что мы его забаним, конечно же, и не будем пускать в игры. Ты понял? Зато в видосик попаду. Во. Так сказать. Так сказать, большинство ребят, подписчиков любят такую тему, так сказать, попасть в видосик, захейтить там максимально, обматерить маму там, потрогать и, так сказать, забаниться благополучно. Отличный план, просто офигенный, насколько я понимаю. Да. Надежный, как автомат Калашникова. Да, или часы. Или чеши. Оп. Ля, там у нас на руне файтинги идут. Файтинг is... $5. $300. Сколько стоит... Пистин... $300. Что этот Абадон хочет со своим щитом? Боже. Что этот Абадон себе позволяет? Что этот Абадон себе позволяет? Не хочу идти на руну там, ну пусть меня заклеивают какашками. Господи, лайф! Господи, лайф. Так, ну что, принимаем вид киберспортсменных котлет и поехали. Удачи вам, Антоний, на центральной линии. Спасибо, да, покликай мне на удачу. Как это в фильмах, знаешь, там делается какое-то дерьмо такое милое, и все-таки... Типа, знаешь... А, такой, легко так вздыхают. Так. Какая милота. Какая милота. Легион. Ой, Легион. Абадон. А Абадон тоже на коне. А чей конь будет сильнее? Конь живого или конь мертвого? Цари, убиваю. Конь живого победит. Конь живого, да. Слушай, не прошло и 5 секунд, как Абадон рассчитывает на свой волшебный щит и, к сожалению, прогуливается. Нифига, ЕС гайды посмотрел, походу. Я слышал фразу как-то в какой-то игре. Защитный щит. И орнул что-то немного с нее. Защитное дерьмо. Боже. По-моему, слушай, пора заканчивать играть в доту. Думаешь?
Да. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Мы с Антохой Ливаем пойдем пить чай. Да. Читать книжки. Читать книжки. Ведь в доте прогулять время — это прогуливать время, как-никак. Да, Антон? Ага, как в школе. Как там в школе? Ну, как там в Египте? Почему он, а не я? Бодрее, лайф? ЕС у меня крипчиков пытается стилить. Ну, не засранец ли? Абадон крипов щит кидает. Это называется обманфик. Блин, мне вообще на... поставить бы паузу на несколько секунд, свернуть, у меня что-то бинды криво работают. Да зайди так, сверни. Какая пауза? Ладно, тут? Да. Тут все равно изи вин. Они уже зашли, предрешено, судьба. Ваша судьба предрешена. Железная рука спустилась с неба и указала на меня. Да? Что Артас. Ты несешь? Сын мой. Сын собаки. Сын собаки, меня убивают. Артас, меня убивают. Сын Артаса, меня убивают. А кто сын Артаса? Нет. Андаинг? Нет. Нет, хотел сказать Андуин Рин. А это кто? По-моему. Это похоже на Оракула в первой доте, чувак. Да? Жрец такой. Жрец. А что он жрет? Жрец. Слышь, жрец. А ты жрец? Ты только что жрец делал, да? Я делал кушац. А, ты жрец. А, то есть ты не жрец, ты кушац. Кушац, да. Прикольно, неплохо. Слушай, хороший диалог состоялся. Дай бог тебе здоровья. Желаю тебе все самого лучшего. Спасибо, тебе тоже удачи. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай, что выходят фишки, гайды всякие, прикольные меты. И, конечно же, подписывайся. Еще раз говорю, не повторяюсь. И поэтому спасибо за просмотр. СС. Ссылка в описании, не забудь. Привет. Так. Не люблю Легиона. Иногда бывает третий так срабатывает. Просто ты подходишь к ребенку. Просто и все. А ты рассчитывал на Last Hood. Так, первый качаем, ведь без первого мы не умеем играть. Ты что хочешь? Ля, какие извращенцы. Но он смешанным дэмэджем, диаболиками душит, конечно. Смешным. Смешным дэмэджем, да. Если есть течочки. Я хочу дагер сразу выформить. Как ты смотришь на это, Антох? Да, вообще отлично. Тебя буду секьюрить. Security, да. Security. Вот откуда эта фраза взялась? Да, из Dota 2 понятия. Это Виталик сделал все. Я понял. Нет, ясно. Ну она реально как бы Security. Существует есть в наши моменты. Security, да. Зонить, кайтить, байтить, таргет хороший. Security, как сказал бы Александр. Эй, я тебе линию оставил, он идет со мной в лес. Иди линию, стой. Овощная ассорти. Встань низ. Ты конченый? А, боже. Что ты мне плюсики ставишь? А, это ж подписчик, по-моему. А, не, второй слот подписчик. Встань низ! Я тебе эксп даю. Иногда попадаются такие ребята, которые прям стараются постоянно ходить за мной. Я тебе помогу там, а я, ну, логика, типа, ну, а чё, нахрена мне стоять на низу? О, а чё, кикнем, да? Минус кицк. Минус кицк, АФК 4. До свидания. Вы самое слабое звено. Прощайте. Встань низ. О, у меня дагер есть. Неплохо. Братан. Уж поверь. Это вам не на руку. Кстати, да. Это все уже предрешено. Так, мне осталось 6 левел апнуть и поехала. Первая дуэлька. Первая плюс 10 золотишка, голдишка и первые дэмэджи. Ребята, ребятки, вы ювелиры, Сашки. А чё я сижу в красной шапке постоянно, слышишь? Я не знаю, Аркадий. Я тебе хочу сказать, что на миде снайпер тусуется. У тебя дагер. У меня есть дагер, но нет шестого. Ожидайте, товарищ, заказ принят. Заказ принят, ожидайте. Та-та-та, там какой-то клаб. Но мне кажется, он шарит, потому что сейчас я уже готов его убивать прокастом, а он просто теперь уходит с лайна. А ты попробуй вот через Торнадо ведь душить. У него хп ни хрена нет. Нет, мусор. Его вообще нет. Вот только сейчас он вообще. А он показал. На руну пришел. Подарунок. Под на рунок.
Сейчас у меня шестой уже будет. Бре. Ну ладно, он так умер. Я ты его взорвал. Ты зачем ты такой чародей? Сколько кнопок нажал? 3. Нифига себе. Трехкнопочный инвокер, ясно. Да. Да. Она. Ля ты, извращенец. Так, есть шестой. Шест. Все, иду на центральную. Первый дуэль. Снайпер против инвокера и легиона. Кто же победит? Ой, я купил рецепт Мидаса, забыл перчатку. Красавчик. Я заскринил. Скриньте, пацаны. Да. Седьмая минута. Ля, ни души. Ни души. Ни капли души, да? Я сапожек жду. Без рожек и ножек. Так, жду. Первую цель. Где снайпер, я не понял. Где снайп? Давай напишем ему, чтобы он встал мид. Снайпер, встань мид. Вон, смотри. Ага. Пацаны, легионы ищут. Слышь, давай вот этого. Давай. Я кину метеор. Но он, по-моему, убегати. О, ля! Ну, думаю, заберем дуэльку. Хорош, все, бэк. Антоха! Антоха! Я уже не уйду. Куку ВРВ! У меня маны нет на... Я мог тебя подсейвить, но я, сори, конченый. 10 маны не хватало на... А я вот хотел тебе манку закинуть. Чтобы ты счастлив и здоров был. Слушай, я предлагаю завардиться. А, вардов нет. Сори. Я даун. Чё? У меня мангуз был тебе дать, слышишь? Я конченый. Ладно, ладно, я это скринить не буду, в отличие от тебя. Слушай, там легион напряжен будет. Знаешь, что бы тут ни происходило, ты же сам уже знаешь, что их судьба давно предрешена, поэтому... Да, слушай, ты готов на центральную выходить? Снайпера сразу. Я ТП, да. А, у меня метерка, да. А пофиг, со струйки дашь? 5 сек, погоди, 5 сек. Are you ready? Да. А не убегайте. Да ты не выживешь тут. Никто не выживает после такого. Вообще да. Дать тебе ману. Не надо. Ну и ладно, а я и не собирался. Ты думал, я реально тебе дам ману? Блин, я реально надеялся. Вот я думал, глупец. Как, подожди, как же говорит? Несносный глупец! Фантом говорит, да? Нет. Кто? Я не помню, кто говорит. Свен. Нет, а есть кто орёт именно несносный глупец? Он говорит трусливый глупец. А, трусливый глупец, да. Ля, он его закрыл, как извращенец. Смотри, зверь в загоне. Сейчас дуэлька будет. Санстрайк не нужен? Нужен. Будет? Или не нужен. Простите. Не надо. Трусливый глупец. Так, три дуэльки есть. Я ничего на дэмэдж брать не буду в этой катке. Ничего. Вообще ничего. Арканы можно брать. Серьезно? Да, чтобы дамаг не давал сапог. А почему нет? Извини. А почему нет? Челлендж. Арканы на легионе. Поехали. Оп, смотри. Как тебе это? На базар отвечаешь, я вижу. Слышь, базар. На базаре бабы базарят. Классно, легионом стою в лесу с арканами. Зато могу фармить с помощью первого и второго. Как вам новая мета? Есть дуэль. По КД надо дуэлить. Сейчас на мид кто-то по-любому придет. О, Леш на низу, пойду соло его бахну. Я мид сношу. Есть санструйки? Нет. Вот сейчас как никогда санструйки понадобятся. А, у тебя книга еще КД. Давай, жду. 15 сек. Тебе это там что, сделаешь по дефолту? Аганими там, аганимби. Естественно. Легион с арканами скажут. А, там изи легион. Готов. Если что, готов, да? Да. Я сейчас насорю, у тебя на мину что-то весело. Да ёпты. Блин, мне сейчас надо будет переключать спелы. Я пока не готов буду. Давай, я пока все равно подформливаю тут. Давайте лад поставим, пацану, чтобы парень порадовался немножко. Так, ТПшка есть.
Кто на миду? На миду Абадон. Абадона мы не убиваем. Но я стою АФК тупо. Пойду на топ. Может, успею. Там снайп идет, отлично, я успеваю. Human, stick together. We humans have to stick together. О, хорошо, дуэльку взял. Молодец. На есике, братик. Ты чё, кормушка? На. Бро, сейчас дам второй. Держи. Я дал тебе второй, брат. Оп, ляж отварю. Дубли кукле сделал. Как тебе? Антон, чё сразу в октарин, да, наверное, мне? Ну, ради тебя я на что угодно готов. В смысле? Мне в октарин, я говорю. Мне. Ну и я могу тоже сделать. Хорошо, в смысле хорошо. Ты можешь сделать? Ты не можешь? Почаще тебе давать санстрайки. Ты не можешь. Рано тебе еще давать санстрайки. Ты уверен, парень? Я уверен, парень. Мужчина. На топе Лего. Ой, Лего. На коне там мужчина. Мы его не убьем, конечно. Сейчас на низу там этот будет. Шрачок-рачок. О, Антох, на низ дашь ССшку? Нет, когда? Блин, да сколько там? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Мы сами убьем его, наверное. Да, я его сам убиваю. Хорошо. 50 урона. 5 дуэлек выиграно, ребят. 13 минута. Я чувствую, игра будет 90 тысяч лет. Тысячу лет я играл в эту игру. И это все. И смотришь на дуэль плюс 100. Боже. Вообще, мидас на ранней стадии отлично бы мне зашел поднять эксп скорее до 16 левела. Как ты смотришь на это? Ну, в принципе, да. Я согласен. Да, значит, тогда беру мидас. Пилесос. Мурад Пилесос. Кто помнит? Слушайте, у меня есть дуэлька. На низу сунструйки можно на низу кинуть, слышишь? Да. Are you ready? 10 маны не хватает. 9, 8, 7, 6, 5. Уже хватает, да? Да. Куда побежал? О, no. Антоха, сунструйки! Спасибо тебе большое. Люблю тебя, как старшего брата. Да отстань от меня. Крысобелка. Так, мидас летит. Мана есть, но вы держитесь. Хорошо. Аганим есть, если что. Аганим. Ну и хорошо, фарми. Фарми свои слотики. С санстрайками будешь подфармливать. Так, у меня есть мидас. На 14 минуте. Это очень хорошо. Кидаем больших крипов. Ребят, напоминаю, что через больших крипов мы апаем экспириенс. Поэтому дай бог здоровья тому, кто придумал этот прекрасный артефакт. Так, ну что там, у меня дуэль 13 секунд. Готов санстрайки кидать? Да. Что я сейчас? Вот, все, 8, 7, 6, уже бегу. Снайпера. 5 секунд, Антоха. Готовность. Давай, готовность. Давай. Есть. Молодец, люблю тебя. Боль. Больше драть, убивать тут никого не буду. Так, 78 урона, Антоха, у меня. Дуэльки работают. Сейчас в Октариниус. Хорошо. Пацаны думают, что мы рофлим. А мы на полном серьезе играем. Ха! Понимаешь, о чем я? Они думают, что мы шутим. Серьезным выражением лица. 19 секунд, дуэль. Нет, Огар, ты это зря подошел. Ох, он догонит там. Посмотри, Антоха, 10 секунд до дуэльки. Ой-ой-ой, ля ты что делаешь? Он же сейчас погибнет просто на стуле. Слышишь? Снайпер, гоу. Иди сюда, сладенький. Ну, ты сам. У меня нет санстрайка. Ой, ты мой. Ланай сзади. Ой, ты мои вкусненькие. То тут не только ланайка. Ой-ой-ой, Октарин в студию. Ту-ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-ту-ду. Ту-ту-ту-ду-ду-ду. Приз. Да ладно. Автомобиль, да ладно. Посмотри на мои айтемы, Антон. Не дебил ли я? Ты знаешь, это от айтемов вообще не зависит. В смысле? Да.
Что там за драки на миду, слышь? Я бегу. Дайте дуэль. Да вы что? Читал, читал. В смысле от айтемов не зависит. Не сдохни. Сдохни! Че там, санструйки будут, да, если что? Конечно. Я бегу где-нибудь собирать дуэльку, бро. Бра. Сейчас на мид по-любому кто-нибудь придет. На топ. Или не все на топ. А давай, а я пока низ буду пушать, если что, дам санстрайк на топ. Я бегу на топ просто. О, вижу снайпера, если что, снайпера буду душить. Бегу. Вон, смотри. Душить, душить именно. Душить. Снайпера, прыгаю. Санструйки, Антоха, работаем. Mission complete. Как же легко. Бедный снайпер. Он меня просто посылает, бедненький. Это, подожди, это target spotted, да? Target spotted. Target acquired. Spotted. Так, хорошо. У меня почти есть полактарина. Пойду на базу, разберу этот. Аркану. Можно было бы, блин, аркану разбирать по двум нажатиям райт-клика. Знаешь, так тык-тык и это... Блин, а как? Подожди. Случайно два раза бинт нажал. А, ты ж бинт не можешь правой кнопкой мыши. Тогда три раза. Вот так вот, чтобы можно было разбирать, чтобы айтем сразу падал разобранным. Это было бы классно. Так, есть солбустер, бро. Бра. На низ иду, потому что сейчас дефить придут. Бра. Подожди меня, бра. Wait me. Снайпер сейчас ливнет со старости. Смотри, у меня 200 маны. Да санстрайк от тебя просто чувствую. Да, будет санстрайк. Ресторнул? Я инвокну, если что. Ну инвокай, санстрайк. Смотри, их так четверо. А сейчас, я вообще не буду. Сейчас вон этот парень на лишь раке подойдет, я бахну его, и все. А, тут еще Абаду, они в кустиках стоят. А, Огр вон на руне, слышишь? Антоха. А, он на крипа кидает щит. Ладно. Ну... Я побежал. Sorry, Амба. О, тревела возьму. Мне тревела нужны будут. Я пошел. Я не буду драться, Антох. Пусть пацаны дерутся там. Я не буду драться. Я бы на твоем месте не дрался, чтобы фаст финиш не писать. Я тоже уйду. Да, я вообще умру, если начну драться. А то такие хитрецы они. Обманщики. Обманфик. Нужно все этим... Что они могут выиграть, понимаешь? А то у нас вон пацаны выигрывают. Надо вообще АФК просто аккуратно отстреливать их, Антох, и все. У меня 120 урона уже. Я только сейчас обратил внимание, что Абадон играет под ником Абадон. 93-го года. Абадон 93-й год, нормально. Хорошо, не 98-й. А что в 98-м, да? Ну, я тоже подумал, чем он чреват. Тот год. Чреват я, а ты наказываешь. Старый боец. А я санстрайкаю. Жестоко санстрайкаю. Санструйки. Так, вижу цель, не вижу преград. Я, мне кажется, сам его убью. О, сейчас ночь как раз. Снайпер ночью слепой. Как дедушка. Стой. Подай сам. Сам, короче. Да. Команду, которая... Боже. Лина залагала. Это отлично. Это отлично. Васечка. Я не вижу, что там за сообщение мне написали. Если да, скажи, пожалуйста. Я не буду говорить вам, ребят, как управлять героями. Как там что-то. Сами можете это все найти. Так, Лина ливнула. Это хорошо. Антоха. Работаем. Антоха. Да. Сейчас будет Октарин. О, Lost the Connection. Сейчас, по идее, будет Reconnection. Думаю, даже такой либо трудный шанс. Здорово, ты знаешь, как двум игрокам, которых герой дает. Команду, которая... Смотри, Аркаша, здорово. Ты знаешь команду, которая двум игрокам одного героя дает. Это same hero, да? SH, минус SH. Share hero. Типа, разделить героя. Same hero, наоборот. Типа, same hero, одинаковые герои. Именно играть, если one by one. Знаешь, там на SF, допустим. Same hero. Правильно?
А шер это что поделиться, да, шаре. Зашарить. Это понятно. Ты там не овни. Ты чё овнишь, пацанов? Ты забыл нашу предначертанность? Лятый крыса, конечно. Так, убей его, Абадон. Антон, зачем ты это делаешь? Да, блин, сори. Да ну в смысле сори? Дай дуэльки собирать. 154 урона просто с дуэлей. Алло, алло. Да не убивайте вы его, пусть бежит. Не оставьте его, пусть живет. Зачем? Он же сейчас либнет. Скажет такой. Блин, ну ладно, все. Он же сейчас скажет, бра. Бра. Stop this, bro. I hate working with these people. Только я могу убивать. Мне дуэльки нужны. У меня есть 100% шалиби-алиби. Nice. Есть санструки, Антох? Да. А зачем он тут? Все, есть октарин. Ганджубас. Есть Акторин, сейчас дуэльки по КД будут. Боже, какой же тупой герой Легион. Ну, как раз для меня, в принципе. Че, я удивляюсь. Тупоч. Тупоч. 50 секунд КД дуэльки. Было 40, кстати, не? Пойду на низ, там скушаю кого-нибудь. Ланайку с ВГ, например. Антох, фарми просто АФК. Нет, не овни, санстрайками просто фарми, и все. Может там Рошана убить, Эншента. Но только не снайпер. Дай бог ему здоровья. Да пофиг мне. Ну, есть. Да. Все, гуд. 194 урона. 20 секунд дуэлька. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Тун-ту-дум. Ти-ти-ти-ти-ти-ду-ду-ду. Так, у меня 13 секунд дуэлька. Да они сейчас пойдут к нам. Мне просто убегать от них. Нет, вон Огар идет, можно будет через прокаст убить. Есть дуэлька. Абадона, конечно, дуэлит такое себе. Дуэлиант из него плохой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ай-яй-яй. Так, 212 дорог. Но только 312, но 212, ладно. Тоже союз. 3 ФФа. Студию. 3 FF уже в студии. Еще 2. Надо пофидить. Можем, кстати, специально это сделать. И написать, что залагало. Го? А че нет? Давай. Я иду. Одновременно, типа. Вообще без подозрений. Писать давай. А, лаги, давай писать. Ща. Ты готов? Ой. Лад. Лад. Кто? Лаги. Подожди, давай только со снайпера дуэль возьму. Лаги. Дуэль взял. Главное дуэль взять и все, и лаги написать. Лаги. Лаги. Чё за лаги? Вот, поменьше, лад. Лад. Лад, хост. Фить, Антоха, давай. Лаги! Санстрайк главное закинуть. Такой, знаешь, стоит, бьет, раз его повернул, санстрайк кинул. Помогаю! Да ты же хост. Хост ливнул. На Сларка все спихнем. А кто хвост?
Что-то залагал. Огра, шапка. Смотри, огра, шапка посередине. Всегда, ребят, был такой вопрос в стриме. Если у огра выпадает этот Аегис Негис, какому огру достается шапка? Никакому. Посередине шапка. Я так и знал. Боже, как это нелепо выглядит. Жесть. Так ты задуэлил, значит, снайпер, он байбэкнулся и... Да, нет, его взорвал просто. Слушай, ну, это неплохо. Хорошо. Я пошел дальше дуэльки собирать. Так. Можно одну. Да, надо было на топ тпшиться, там снайпер бедный. Убей его, снайпер, убей, брат. Ты же можешь, я верю в тебя. Давай, 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 работай. Давай, абадончики, убивайте его. Молодцы, молодцы. Ля, мужчины, да, разыгрались как? Target acquired. Слушай, а мне, наверное, надо будет сделать какой-то таргета... Ах ты. Ты убил мою цель. Таргет-сбиватель какой-то. Чтобы этот... Чтобы, знаешь, этот... МХ. Как это, значит, получается, если написал МХ, то программа на английском называется, как правильно? Вот так? МХ? ЕМХ. О, дуэлька плюс. Да я ушел. Слушай, мне что-то надо сделать, чтобы сбивать этот... Линку, потому что я думаю, в дальнейшем они будут делать линку в любом случае. Дагон. Или форс. Нет, дагон нет, дагон будет дэмэш мне давать. Алибарду. Алибарда тоже дает, она же силу дает. Может, Юул какой-нибудь? Юул-то ничего вроде не дает, кроме инты. А, точно, ты же без статов ходишь. То есть у меня 252 урона сейчас. Чип, да, да. Типа, ну, Юуль. Юул, гоу. Блин, по-моему, у меня опять лагать начинает Аркадий. Ничего не могу с этим поделать. В смысле? Да что-то опять герой идет на их базу, я не могу... подожди, подожди. А давайте легиона сейчас полагаем и легиона убьем. Ой-ой-ой, что-то лагает, Антоха. Помощь нужна будет Санстрайка. Санстрайк в студию. Ой, что-то разлагал. Слушай, у меня лагать начало опять. Подожди меня. Подожди меня, не лагай там. Дай мне дать закинуть. Да, я еще не могу с ним ничего бегу. Поделать. Лаги. Подожди, я бегу к тебе. Подожди, лагает очень сильно. Поменяй лаг специально, а то, чтобы типа было видно, что ты пытаешься справиться с этими лагами. Там 50, 100. Слышь, пошли лагать. Да что это такое? Что за лаги? Подожди, у меня лагает очень сильно, но я хочу взять дуэльку. Очень сильно лагает, Антоха. Лаги! Подожди, у тебя тоже там лагает, ты стоишь хэгграундишь? Лагает, смотри, я вот, да, пытаюсь убить ХГ. Даю санстрайк под снайпера, это все, что я могу сделать. Дальше у меня герой сам в него атакует. Я ничего не делал! Инвокер сам пошел на него атаковать. Иди под колодец лагай. Не пуш, они же это там должны отпушить как-никак. Боже, такой бред. Что-то залагало. Так. Хорошо, пофидели. Дали. Хорошо, дальше играем. Лишь рак аганим сразу купил. Мы только подпили, посмотри, просто ничего не было, пацаны. Сразу аганим, оп. Не смешно. Так, ну что? Сейчас на низ дуэльки собирать пошел я. В принципе, Октарина хватает, рефреш даже делать не буду, потому что, типа, ну, не вижу смысла. Сейчас завардимся. Завардимся. Шапка у лишь рака красивая. Санстрайк будет, Антох? Я мертвый, но я байбэкнусь ради тебя. Все, я понял, нет, там отмена я. Гоу, сейчас варды подставлю, пойду пробегусь, надо что-то сделать, чтобы... Так, ну 270 дэмэджа, Антох, с дуэли тупо есть. Закидываем мидас. Нотбэт, это реально нотбэт. Ты и сильный, и не тупой одновременно, у тебя вон Ю, Катарин. Я умный. Универсальный такой солдат. Так. Сейчас поставим вардик, и в лесочек надо будет пойти. А зачем здесь вард, извините? Тут вард не нужен, нам нужно варды в лесу, они же в лесу фармят. А тут сейчас по-любому кто-то дефицит придет. Ой. Нет, не надо, пожалуйста.
Залюста. О, вот Огра можно. Он страйк, да, Антоха, тут по-другому никак. Хорошо. Хилюсь. Убегаю. Ох, нифига мне насували. Это называется, когда подфидели. Че, слушай, надо, знаешь, что сделать, наверное, БКБ все же. Чтобы уходить, просто дуэльки собирать и уходить. А не, надо сейчас заварнить. Я просто сейчас заваржу, буду цель аккуратно выбирать. И душить. Сейчас сколько? 300 урона с дуэли есть уже. Да, БКБ сейчас сделаю просто. Пофиг. Ну, а я инвокера вообще не представляю без Мьёлнира. Придется собирать. Ублюдок. Сейчас пацаны просто приоденутся. Они в любом случае приоденутся. Я просто уже дуэль даю, я уйти не могу. Надо БКБ делать. Или лотар, что-нибудь такое. Это же неуязвимость. Снайпер тоже лотар делает. Лишрак тоже лотар делает. А у Бадона там видел, какие айтемы дамагерские? Блин, какая же тут это финансовая сторона карты жесткая, да, Антох? А куда, как? Я не знаю, что-то так улетело. Походу, это я законтрил. Лол. Не, это опять лаги, наверное. Не-не-не-не. Humanity. Will rise. О, Огр. Задизейблишь его, Антох, я бегу снизу. Ну, он в инвизе. У него руна инвиз. Не, нет у него инвиз. О, он взял. О, хорош. Ой-ой-ой, дайте главную дуэльку взять. Даю. Души, души, Антоха, там санструйки надо одни. Молодец. Все, 306 дэмэджа. Хорошо. У меня уже 20 секунд. Антох, в принципе, мы можем по КД санстрайка душить. Правильно же? Я на топ ТП сейчас сделаю. А, нет, там Лишрак сейчас фармит. Абадон самая неприятная цель. Я в лес пойду сбегаю. Слышишь, у меня уже есть почти санстрайк. А у меня дуэль есть. Это называется оговорочка 228. Это называется смех из 56-го. О, и кто? Лишарачок там. Ну, я вижу, что у них минус, поэтому надо срочно сместиться и пофармить. Блин, некого дуэлить, просто все на хайграундах стоят. То есть Абадона дуэлить не хочу. Такая таргет неприятная. Я могу засуицидиться, прыгнуть к ним, но такое, суицидиться ради дуэльки, не очень. Снайпера нету нигде. Так, есть БКБ. Отлично. 60 секунд до БКБшки. Нифига. Кого там убили? Лишрак убивает. Лол. 9 тег, да, санстрайк. Да? 5. И он здоровый. Секунда. Чилю. Пока. Вот, вот тут кто-то будет сейчас. Если Огр будет, можно... Блин, ну Абадона... Блин, вот Абадон такая цель реально, действительно. Вон, Огр, Огр, Антоха. Да-да-да, я готов. Цепляю. Хорош. Я думаю, убьем. Но с Абадоном придется подраться. А то он просто охренел. Сколько там? 25 секунд. Но 25 секунд мы его не задизейблим. Ну, гоу, сломаем ему лицо. Тот что-то он это... Так сказать, расслабился. Тебе не кажется? Сики. Сики. Сиктим. Ой, прости. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Запарили своим МХ. Слушай, на хайграунде надо кого-нибудь шлепнуть. Смотри, я такой врываюсь, даю приказ такой... Такой крутой весь. У него там лотар, по-моему, да. И такой, передумал. Да, у него лотар там, ё-моё. Это уже
Но я тут не буду вылазить. Ты убил его? Я скинул ему метеорит, не удержался, прости. Баубацк. Жесть, как тяжело дуэли стало брать, да? Не могу цель подобрать. Сейчас БКБ есть. Сейчас будем, буду просто в этого в лишрака прыгать и все. Так, секунду. О, лишрак, отлично. Он лотар зашел, да ёт. Поможешь? Санстрайк, Антох. Хорош. Молодец, я ушел. Че, мне пропушить им? Не, пока не надо. На дуэльки также собираем, если что, я соберусь. Надо запас голды большой. Мы выиграем тут. Нам нужно, мне нужно сейчас купить что-то, детекшн какой-то, гем. У меня 400 урона просто. Там Рошан есть, Антох, был? Ты тут? Да. Сейчас, снайпер на топе, блин. О, да тут, блин, этот аба. Ну, снайпера надо душить. Сейчас, на миду. Там снайпер вылезет, снайпера задушу, пойду. Он после байбека умрет. Ля Бадона, гоу, вон, смотри, он один вообще. Гоу, я его надамажу сейчас. Все, хорош, ульт сработал. О, так, отлично, стеночка, я его заюлю еще. На тебе лакрити. Давай, душу. Хорош, все, отходим. Забрали. 500 урона у меня с алакрити. 400 ровно, слышишь? Дэмэджа. А Егис у тебя есть лот? Подай Егис. Да. Нет. Есть, мидас пора продавать, в принципе. Я левел проапал, денежка есть. Гоу, а Егис возьму, почему нет? И можно дальше работать. И ульчик продам. Огрик. Огрик. Так, килл любого надо тут сделать. Дуэлька есть уже. Там Ланайка, кстати, вышла. Только сейчас заметил. Вот почему целей мало так стало. Так, ну что? Килл любого. Сейчас хайграунд только светится сразу. Прыгаю. Я слежу. Готов? Да. Санструйки там, он умрет. Хорош, все, ухожу. Отойти, боже, башер сработал. Нормально, я уйду. Оп, закайтил. Не убиваем его, да? Да, не-не-не, все, у меня сейчас дуэлька, 20 секунд. Отлично. У Абадона ульта КД, да? А, не, не в КД. Вон лишрак еще живой. Я хилюсь пока. 12 секунд. Сейчас я от крипов захилюсь тут. Лего-машина получается. Вот, сейчас низ будут дефить меня. Есть, в принципе, кнопка. Можно прыгнуть. Но не в Абадона. А он не сливал ульту? Нет. Сейчас там кто-то выйдет по-любому на сейф. Можно, если ульт разбудите в нем, я задизейб. Походу это минус ульт. Антох. А, понял. Это минус Абадон. Нет, не было у него ульта, оказывается. Был, он не сработал. Дал лишраку дуэльку. Хорошо, отошел. Да не, не надо пушить. Пусть дефится. 440 урона. Фармим. Я, наверное, по чуть начну в дэмэдж одеваться, слышишь? Чтобы не было потом проблемы у нас. По чуть там кирасы начну сейчас делать. Так. У меня есть почти дуэлька. Я очень далеко. Надо ближе к хайграунду держаться все же, чтобы, если что, дуэльки собирать. 18 дуэлей. Есть. Снайпер лотар надо задушить через лотар. Кто-нибудь на мид дефиться выйдет. Вообще лотар бы сделать мне. С лотаром я как-никак смогу лучше позиционку подыскивать, правильно? В принципе, да.
Даже 40-я минута, это не поздно для Лотара. Даже в какой-то степени это лучше. Это полезно, да. Это, я помню, я как топ-ТБшку выигрывал спокойно на Легионе. Смотри. Топ-ТБшку на Легионе, ласт-слотом шестым, когда уже не знал, что собрать, я собрал Лотар, и мы выиграли. Я просто подобрал позиционку, я зашел в спину к ним и убился. Блять. Это норм. Так, хорошо. 16 сек. 16 сек. 12. 8. 2 секунды есть. Дуэлька. Выходят дефить, прыгаю. Интересно, у тебя тут вижен есть? А, Абадон, нет, Абадон не хочу. О, снайпера вижу. Оп, привет. Притычки. Маньяк КД. Че, 20 секунд. 20 секунд, но он если сейчас выйдет, мы его в принципе сможем убить. У него же не будет кнопки. Слышишь? Конь, ты. Нет, я не такой. Хотя мне многие такое говорили, что я такой. Сейчас, если он выйдет, 60 секунд у него ульт КД. Он огра, можно огра задушить сейчас. 3, 2, 1. Поехала. Бра. О, давай Легиона. Ой, то есть Абадона. У него нет ульты. Хорош. Я уйду тут. Нормально, 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 я же пользуюсь. Я задебафлю. Жесть там на тебя навылетала, Антоха. Ну ладно. Сорянчик. Виноват. Чё там? Сам виноват. Сам виноват. Кто-то тоже так говорит. А, шторм говорит. По-моему, это Хускар. Да. Одна секунда. Иди сюда, сладенький. Ой, походу я тут сейчас сладеньким буду. Жаль, БКБ не нажал, надо не скупиться. Ну, у тебя теперь от Лотара 332 дамага. Нет, даже больше. 48. От Сильверейджа. Ждем дуэльки. У меня 540 урона тупо сейчас. Просто так. Слышь, ты можешь под конец видео, точнее, под конец нашей этой веселухи собрать тупо несколько рапир. Просто вместо этих пустых слотов собрать кучу рапир и посмотреть, сколько у тебя будет там плюсового дамага. Ну, ой, 400, ну где-то 1000, наверное. Да я думаю, больше 1000 урона насобирать, Антох, полторашку где-то. Но это будет очень долго. Будет посмотрим, долго. Сколько тут ребят, сколько ребят хватит. Да. Но как бы мы, у нас все успешно сейчас идет, я считаю. Прям именно то, что нужно. Делаем, одеваемся. Правда, у нас Лина, правда, голая. Есик фуловый почти. Но Лина очень голая. Я иду сейчас, дам дуэльку. Огру дам. Хорош. Ну, я не знаю, Абадона не хочу убивать. Дуэльки нет. Просто так не хочу убивать. Нужно пацанам дать. Антох, по-моему, Рошан есть. А, не, или да. Чекнем. Санструйки? Нет. Все, фармим дальше. Там пацаны пошли ломать. Они вдвоем, Антох, оставь их. Пусть пацаны работают. Создай форжа-то. Я не могу за его улететь, а ты можешь. Самая бредовая тема, что ты можешь форжа-то своего заюлить. Зачем? У меня всегда был вопрос, зачем юлить форжа-то? Я не знаю. Окей.
Флажку зачем на своих крипов кидать? Слушай, у меня, в принципе, вообще нету ничего на урон, если так посудить. Посмотри на мои слоты, у меня вообще на чё, ничего на урон нет. Пойду снайпера убью. Найс. Ну тут придется БКБ хужать. Хватит меня про касты давай. Испугался инвокера. Так, у меня есть дуэлька. Следующая жертва из каминг. Там пацаны, правда, стоят. Пусть у них один рестница, его же опять убьем. Конь МХ, сори. Сори. Сейчас топ будут дефить. Лешно ботами. Я пробегусь немножко. Лешрака бы убить. В центре вроде нету. Все, я ушел. Я не буду драться. Антох, не надо. Пусть это пацаны. Дизабля. Да, там смотри, лишрак пушит тебя. Оп, я вот тебе вот так вот дам, бро. Все, найс, вот, отлично. Лина сдохла, пусть ЕС тоже погибнет. ЕС, прости! Гнили. Прости, ЕС! Ты во славу науки! Реально, как гнили поступаем. Блин, ну во славу науки, так сказать. Сколько дуэля можно вот просто. Во славу людей. Во славу людей. Мне Юл вообще особо ничем не помогает. Там линки, походу, не намечаются. Еще хекс у Лишрака есть, но линок там нету. Есть дуэлька, иду душить. Так точно. Как раз есть БКБшка. Задушу, уйду. Хорошо. Просто по КД я так дуэльки собирать буду, и все. Парни, пусть дефятся. У них низ никто не хочет дефить, лол. Страдают пацаны просто. Абадон бежит на деф, что-то замешкался. Пусть парни дефятся, я не буду пока. У них все стороны очень сильно подпушены. Слушай, я вместо Юла... Не, рапиру не хочу, рано. Или купить вместо Юла. Ну, рано или поздно все равно купишь. Ну я сейчас куплю. 900 урона. Я Бадона с нескольких тычек убью. Как вот? Почему у него ульт не сработал? Он там курица висит, слышишь? Вон она. Смотри. Курьера я направил, он за ним летит. Мониторит его. Подожди, я тоже чуть догоном в него курьера. А до нашего. Молнию кинул. Подожди, зачем, да? Эй, дай дуэльку дам. Ах, я прогулялся. А чё, может на водоту попасть? Подожди, дай дуэльку дам. Какую водоту, ты о чём? Да ладно, уже не получилось. Подожди, я уйду отсюда, дайте мне. Не надо пушить их, пусть пацаны. 981 дэмэдж. Блин, пушат ЕС, там пушат. От руинеры, да, два подписчика? Или не подписчики, не знаю. Так, капец просто, не хотят победить. Так, мне захилиться срочно надо. Добрый Рошан, здравствуйте. Просто уничтожил его. Вообще ничего не делал. Так, ЕС фит контора, понял. Антоха, не надо пацанов душить. Курочку. Ой, опять убили, ля ты крыса. Я не хотел. В центре там лишрак думал составить, прикинь. Но ему это не поможет. Чекай. Меня назад, блин, кануло, да? Лол.
Humanity is imperil. О, вижу цель. Ну пусть дефнет, тогда прыгну. Стиллер. 999 урон. Понимаю. Да? Интересно, они еще верят в победу? Ну молодцы, да? 51 минута держится. Как мужчины. 3.17 снайпер. Абадона только не могу килять. 6 секунд дуэлька. Блин, там у них такой... О, Огрик. Огрик наш. Пусть закупится. Молочиночка. 1000 урона. Легион 1000 урона. Слышь, если бы в Африке, типа, какие-то там шаманы призывали дождь, там, где у них засуха постоянная, то это, наверное, вот так бы выглядело, как инвокер. Примерно так. Если бы проклятые твари, то, наверное, выглядело бы примерно как-то вот так вот. Боже. Сферы просто сошли с ума. А у меня шапка стоит криво. Да, вот так вот и делается контент, друзья. Сидим, так сказать, гоняем поинты, делаем контент, 1000 уронов всяких там. Году шить дальше. Пробовать. Надо, так сказать... Так, даггера нету пока. Сейчас кого-нибудь на дуэльку и отходить опять. Так, БКБ есть один фиг. Можно задушить вижен бы какой-нибудь им на хайграунде замутить. Это намек? Да. У тебя есть слоты? А, у тебя нет слотов. Да, у меня тоже просто слоты кончились. О, в спине кто? Кто там? Лишрак. Вот прям там, где кастанул, стоит. Опа, хорошо, это наш клиент. Сейчас дуэль куда ему? Хорошо. 1035. 1035. Да, оставь их, пусть дефицит, пацаны. Я дальше леса колотить. Я бы за чаем уже сходил тогда. Сходи, чё. Пусть пацаны дефицит. Ля, там крысы у нас ломают вдвоем. Пусть их там задушат, пацаны. Там лишь рак в тумане войны идет. Пусть там идут. Нифига ты даешь торнадовичи. Так, ну у них там 30 секунд до реса одного героя. Можно кого-нибудь убить, да? Я думаю. Снайпера, что ли? Чик. Я побежал, пацан. До побачення. Лина, нет! Лина, да. 20 секунд до дуэльки. Бедный ЕС, да? Капец, я вообще... Бра. Боже. Бра. Что там нанизу? Пусть пара дефенса. О, там центричок, наверное, есть, а то. А чё мы утюарим? О, забайчено. Еще один центрик поставлю для байта. Подожди. Они сейчас просто сломают. Думал, надо пидора. Смотри, я стену поставил для защиты этого центрика. Давайте. Так, ждем 15 сек. 1071 дэмэдж. Все, разбили, да? Кощунство. Нет. Это кощунство, мой друг. Тысяча сто восемьдесят. Это ты мне накинул еще, да? Бафчик.
Да. Косарь урона, конечно, это много. Мне скин бабки. На картах. Да, вот это, конечно, легион. 1к урона. У меня просто сейчас посмотрю, сколько у меня дэмэджа. С дуэлей. 676 дэмэджа с дуэлей. 32 на 18. На дуэлю. Опять курица там летает. Хотят что-то купить. Пойду снайпера убью. Я ушел. Я не буду даже крипов пить. Пусть они дефятся. Там сейчас идет, уйдет 60 секунд, еще кто-то рез. Ты прям фул видео выложишь или будешь обрезать? Наверное, фул. Почему нет? Как мы пытались это сделать, да? 60 минут. Что тут вообще? Просто чил, просто отдых. Пусть почувствует, как надо отдыхать. Вот так и играются игры. О, крипчики. Дагон такой. Там ЕС фидит. А нет, еще не фидит. Пойду дуэльку соберу. Мне нужна дуэлька. Да, за Космодон. Ой, я барак случайно сломал с одной тычки. Слушай, а может колодец? А, ну колодец сколько у меня? 1100 урона. Колодец, блин, колодец мы можем убить, но нужно артефакты для колодца собрать. Я, в принципе, могу. Да, продай Лину. Эх, не продается Лина, да, у нас сегодня? Не хочу без дуэльки убивать его. Слушай, ну, наверное, это максимум, что мы можем выжить, потому что там уже трон падает. Думаешь? Ну, думаю, да, 1100 урона. Ну, давай тогда, закупайся рапирами. Думаешь? Да. Давай сделаем минус 4 и, блин... У тебя пассивка же работает на колодец? Да, но я не смогу отхиливаться, по-моему. Это ж как от тавара, по идее, будет. Ну да. Ну, Актарин я продаю, он мне уже, в принципе, не нужен. Сильверуху тоже продаю. Беру Кирасу, беру еще рапиры. Поехали. Кирасы, рапиры, сейчас летит. Курочка. Если Володька работает на колодец, если сделаешь Володьку вместо рефреша, слышишь? Могу, могу. Я на Б полечу, чтобы быстрее собрать. 1400 урон. Но если сделаем минус 4, у них бараки упадут. Ну а по-другому никак. Надо, чтобы они отпушили сильно. Но колодец мы в любом случае снесем, но это дело времени. Кто быстрее, наши крипы или мы колодец? Но по идее мы должны быстрее снести. Я так думаю. Собрал Володьку, да? Да. Так, ну что, тогда делаем минусы и идем, правильно? О, подожди, я еще эту соберу. Кого? Дезоль? Solar Crest, Solar Crest. Solar? Я буду кидать. Кстати, да, будет хороший промах. Соберешь прямо сейчас? Он как раз ЕСа убили, сейчас они отдефятся, нормально. Пусть толкнут линии, и мы пойдем. Задушим вдвоем их, фул прокасты там, все как надо. И пойдем в колодец. Ну мы можем, пока летит ко мне предмет, уже их оформлять. Лишарака можно оформить сразу же. Я БКБ жать не буду. Сейчас, пусть выйдет он. Крипов только не сливай. Ладно, я... Снайпер далеко. Главное крипов не сливать. Чтоб отдефились. Лишрак на топе. Наверное, через ТП его солью. Так, есть. Крипов не трогаю. Минус один. Сейчас на миде это Абадона дефывает. Огра бы зацепить, убить. Огра убиваю.
Есть. Снайпер душит. Хорошо, гоу в колодец, Антох. Да. Снайпер, не помешай. Алакрити тебе кину. Давай. Подходи, главное, чтобы Володя было. О. Екс. Ух, хорош, хорош. Душим. Тоже убиваем. Прыгну. Кидаю на тебя. Володька. Кидаю. Не, я не отхиливаюсь, не успеваю. Я байбекаюсь, байбекаюсь, бро. Отойди чуть-чуть, я травела 2 куплю. Жду тебя. Да. Две рапиры забрали в куру. Но я заберу их. А, не забрал. Ладно, гоу. Боже, как же колодец апнули на самом деле, Антох. Я даже с таким уроном не могу снести его. Серьезно. Ну, блин, если бы отхил все-таки работал, да, спасибо. Да, да, а Володьки не хватает все равно. Володьки все равно не хватает. Без Power Crystal ты бы вообще рассыпался просто. Да. Да, ну бабочка бы решила эти вопросы и Тараска. Но тут не в этом смысл был. Смысл данного видоса был, сколько можно урона вообще апнуть на Легионе. Ну, 1000 спокойно с дуэли, изи, просто в игре чиля, можно напать. В принципе, это все, друзья. Ставьте лайк, кому понравился данный чил, я не знаю. Ну, это такой себе видос, на самом деле. Своеобразный, да? Ну, главное... внести, так сказать. Да. Для разбавления красок. Да. Так что, друзья, всем спасибо. С вами был Антониу, Аркадию. Всем до скорого. Всем пока.